ныне щедроты Твои, Господи, и милости Твоей, я грозве Господь, греховности мои, я и неведение моего не помяни. Дорогие братья и сестры, сегодня большой праздник. У отца Вадима юбилей, 55 лет со дня рождения. Дорогой батюшка наш, владыка, высокопреосвященнейший митрополит Лазарь, Симферопольский и Крымский, очень ценит вас за ваши труды, особенно по созиданию этого храма. Вы удостоены уже самых высоких наград Святой Матери Церкви. И вот он направил ваш адрес по дню вашего юбилея поздравления. Его высокопреподобию, настоятелю храма Рождества Христова, поселка Молодежная Симферопольского района, протоиерею Вадиму Мариинскому. Ваше высокопреподобие, дорогой отец Вадим, сердечно поздравляю вас с 55-летием со дня вашего рождения и молитвенно желаю вам обильной и многообразной помощи Божьей. За прошедшие годы Господь судил вам многое сделать, пережить. Во всех жизненных обстоятельствах вы всегда являли и являете пример стойкости, мужества, верности православию и своему призванию. Вся ваша жизнь посвящена служению Богу и людям. Немало вы потрудились на ниве пастырского душепопечения, словом и делом убедительно свидетельствуя о неодолимости вратами ада, основанном Христом Спасителем Церкви. Ныне вы продолжаете с ревностью и любовью исполнять то служение, на которое поставил вас Господь. Молитвенно желаю вам крепости, душевных и телесных сил, мудрости, терпения и преуспеяния в вашем дальнейшем служении, во благо Церкви с усердием совершаемым. Благословение Божие да пребудет с вами, Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский. Дорогой батюшка, от себя лично и от священников второго Симферопольского благочиния, у которых вы, батюшек, очень имеете огромный авторитет. Единственное, что мы в этот праздничные дни, у вас вчера день рождения, и мы все служили у себя, не могли вас поздравить, хотя очень многие хотели быть именно, чтобы вас поздравить в этом святом храме. Желаем вам, батюшка, крепкого здоровья, помощи Божией в пастырском служении. Это самое важное делание на ниве Христовой. Господь, мы знаем, что послал апостолов, зная, какие трудности в этом служении. И вы, батюшка, построили этот прекрасный храм, который уже видно его прекрасные очертания. И это один из важных моментов. Это самое важное дело, наверное, одно из самых важных деланий вашего пастырского служения. В этом храме, видите, какой он построенный добротно, будут служить, даст Бог, еще многие-многие и молиться поколения. Но самое главное, вы храмы Божии созидаете в душах той пастыри, которая вас любит и видит ваше усердное служение. Пусть Господь дает вам крепости, помощи Божией в вашем пастырском служении. У вас прекрасная домашняя церковь, матушка с деточками, и которые тоже прекрасно воспитаны и тоже являются вашими ближайшими помощниками. Многих вам лет жизни, мира, благополучия, помощи Божией. Храни вас Господь с праздником вашим. Поздравляю. Многое лето настоятелю вашему. Вы как не просто добрый пастырь, а как любящий, заботливый пастырь, посумы действительно нашим митрополитом
Лазарем, поскольку все мы от него восприняли благословение на пастырское служение. Ваше служение, конечно, для нас образец, эталон того, как должно служить, как должно действительно, я бы сказал бы, не боюсь этого слова, положить даже душу свою за други своя, потому что действительно вы находите всегда и время, и силы, чтобы, конечно, посетить каждый храм, каждого пастыря, потому что вы болезнуете душой, как подлинный благочинный, да. И всегда видите, замечаете и наши немощи, и наши достатки, и нашу к вам также и любовь. Спасибо. Ваши молитвы, они чувствуются нами. И молитвы, и ваше анаско печенье. Наше соборное служение, всегда, которое приходит в наше благочение, оно приносит сильно плоды, безмерные плоды, потому что всегда мы действительно после ваших служб как бы оживаем, знаете, как бы благоухаем, процветаем, ну и, конечно, все преображается у нас. Поэтому, спасибо Господи, еще раз. Настояйте, пусть вас еще, дай Бог вам, батюшка дорогой, чтобы этот храм быстренько, чтобы нашлось много тех людей, которые понимают, что Дом Божий должен быть в красоте, в нем должно быть самое лучшее роспись, самый лучший иконостас, самые лучшие цветы, все в храме Божьем должно быть самое лучшее, Господу приносится самое, чтобы нашлись те люди, которые бы вас поддержали, как вам сейчас непросто, поэтому, ну даст Бог, да. Мы видим, что идет дело, помогай Господи, много ли это будет? Спасибо, Господи. Сердечно, дорогая моя паства, за ваши молитвы, за вашу любовь, за ваши труды и подвиги на ниве нашего такого пастырского и общественного церковного служения. Много лет там всем. Спасибо, Господи. Будьте здравы, Богом хранимы. Начинаем, Сергей.